Вы знаете, друзья, после моего последнего покопинга с кумирами, мне прилетало много комментариев по типу, что я зажрался. Мол, тебе падают такие карточки, а ты еще недоволен. Вы, наверное, не в курсе, но я вам напомню. Я открываю сборки кумиров с самого начала. У меня 3 аккаунта. Перед вашими глазами. Аккаунт донатный. Самый лучший Джордж Бест. Прекрасно. Второй бездонатный аккаунт. Самый лучший, я даже не знаю, кого здесь выделить. Вы просто посмотрите на этот ужас. Ну и третий аккаунт, мой лакерный, якобы. И тут самый лучший КК, которого как раз таки мы сегодня будем тестировать. И когда вы за 40 кумиров ловите лишь там одну-две играбельную карточку, ну, тяжело оставаться довольным. Ответьте сами себе на вопрос. Вы скрыли 40 кумиров, и самый лучший это Бест и КК. Были бы вы довольны? Давайте быстренько откроем 2 пикца с игроками команды недели. Опа, забираем Сабаслая. Он сейчас, кстати, очень популярен в эволюции, поэтому его нет на рынке. И второй пик вскрываем и ловим Уильямс. ЛПшница какая-то. Ну и в конце, по ставшей уже традиции, откроем самый большой набор в магазине. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них есть удобнейшее мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Фрибет на косарь. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужна EAFC, новые игры различные, подписочки, там, я не знаю, FIFA Point, может, вы хотите купить. Все это добро вы также найдете по ссылочке в описании в моем личном магазине. Всем приятных покупок. Ну что, ребята, готов представить вам свой составчик. Естественно, тут будет КК, которого сегодня будем тестировать, но тестировать будем не на позиции цапника, а на позиции форварда. Также тут у нас сынок с батьком, Зидан младший на воротах, 1,83 м. Собрал 92-го Зидана в аренду на 5 матчей. Посмотрим, что из себя представляет эта карточка. Едем дальше. Защитнички. Рис Джеймс, который стоит 470 тысяч, то есть пол ляма за крайка. Звучит крайне сомнительно, но мы попробуем. Еще сомнительнее звучит вот эта вот девчонка на ЦЗ с ростом 1,74 м, которая стоит дороже, чем Ван Дайк, 130 тысяч. Но вы гляньте на эту милашку и посмотрите на ее силу. Сила 92, агрессия 93, сумасшедшие статы дефа, кучу талантов. Прям для меня будет интересно затестировать ее на ЦЗшнике. Ну и Тимбер, который стоит 186 тысяч. Переходим к полузащитникам. Тут, собственно, братюльник Тимбера, который у нас стоит на ЦЗ. Этот стоит намного дешевле, 17 тысяч. И рядом с ним Тюрам, который стоит 400 тысяч. Так, ну и позиции форвардов. Это Ларсон, который стоит 30 тысяч монет. Очередной бич кумир в промо. Ну и Джеймс. Это сестричка того самого Джеймса, которую я купил за 500 000. У сестрички-то сила-то покруче, 96. А у Джеймса мужчинки 87. Так, короче, в планах играть по схеме 4-4-2, в атаке Зидан плюс КК, Джеймса и Ларсон по флангу. Может быть, буду как-то миксовать все это дело, если игра не будет идти. По традиции идем в отбор к Weekend League и попытаемся получить удовольствие от этой команды. То геймплейных роликов вообще нет, а это уже третий за последнюю неделю. Так что любители геймплейчика должны кайфануть. Так, вот он наш первый соперник, Рибери Стойчиков. Да, кто-то скажет, что это извращение тестировать Зидана на страйкере, но ребята, которые смотрели меня года так два назад, помнят, что у меня была рубрика FIFA с кумирами. Кстати, я сейчас думаю о ее возвращении. Ну и так вот, там у меня Зидан играл на страйкере и играл очень даже хорошо. Опа, опа, опа. Так, ну, по первым ощущениям, это какая-то палка неповоротливая. Ну, типа, дриблинг у него какой-то... Не знаю, двигается, как будто у него дрибла 80. Но он большой, понятное дело, и поэтому, наверное, так ощущается. Офсайд, офсайд, не выебывайся. Так, Джеймс, сможет ли догнать Рибери? Ой-ой-ой, хороший удар. Вот такой финт от КК. Ну и белый Файнас тестируем. Ух, хорошо. Так, соперник вышел из ворот, можно его наказать. На нахуй. Оп, блять, штанга, сука. Так, Зидан. Хорошо. Зидан. 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 Хорошо. Зинедин Зидан как накрутил на своем французском хую всю оборону. Я вам говорю, это тот еще страйкер. Так, мне не нравится, как бегает Джеймс. Ну, прям очень плохо бегает. И Рибери его просто не чувствует. Ну, какая прям максимально неприятная в управлении. Не знаю, что спасет эта карточка лично для меня. Может, его Файнас невероятный? Нет. А?
Джеймс корпус ставит. Эй, бля, какой нахуй бомбастер? Ну я корпус ставлю за Джеймсу, у которой сила 93. То есть она вообще не должна была подпустить этого бомбастера. Так, еще раз проверяем силу. Вот теперь, как будто бы, да, 93. Бомбастер-то, она мелкая вообще. Вот такой на кака. 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 Жидкий удар. Ух, Лука Зидан, хорош. Так, Тюрам. На Зидана. Хороший заброс. И Зинедин. Ништяк. 2-0. Ой. Ну, бля, ну пиздюк Зидана тоже хотел повъебываться, но не удалось, как говорится. Так, вот такой пас на КК. Дальше на Зиданчика. Зидан. Оп. И на нахуй. Ух, хорошо летел. Вот отсюда. На нахуй. Блять, и так, Ларсон. На КК. КК. На Зидана. И Зидан. И КК. Блять, ебучие автоблоки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Абумьянг против Абердорфа. Абердорф. Найс, малышка. Болрол. Оп. И на нахуй. Да что ж ты будешь честный делать? Дальше на КК. И на нахуй. Блять, как мне не везет в этом матче. Да что ты будешь делать? Две перекладины подряд. Так, хорошо. Зизу. Болрол. На КК. Бля, я просто... Я отказываюсь в это верить. Что это за хуйня? Что за честный, блять? Я знаю, что он не вытащит. Вот это хуй ты вытащишь. На нахуй. Бля, просто псих какой-то. Я хочу честно себе в состав. Интересно, вот все идет к этому сценарию, ебанутому, блядь. Где сейчас соперник один раз подойдет к моим воротам? Нет, спасибо, Лука. Ну что, друзья, счет 2-1, но счет явно не по игре. У меня 21 удар. Какого хрена, спрашивается? А по матчу что? Лучший игрок матча Зиндин Зидан, Тимбер и Тюрам по ассистику сделали. КК пока не заметен. Кто-то справедливо, наверное, скажет, КК это не форвард, нахуй ты его там тестируешь. А я вам отвечу, что у меня нет схемы с цапниками. Я играю по 4-4-2, поэтому у меня вариантов нет. Не поставлю уже я КК на ЦПшника, блядь. Еба, вот это повезло чуваку. Кантана упал. Гулит упал. Я в ахуе. Потом говорите, о, что ты зажрался? Вот, чуваку Кантана и Гулит нахуй. Какого хрена? Можно мне хотя бы одну из этих карточек? Бля, еще этот Холланд ебучий, который сейчас в каждом составе будет. Яшники вообще дураки. Нахуй они выпускают такие задания, которые провоцируют играть этой ебучей карточкой? Ну, неинтересно же смотреть на одни и те же составы с этим ебучим Холландом. Так, этот чувак, любитель прессинга мне попался, я уже чувствую. Ну как мне эту хуйню догнать? Да пиздец, что это за лошадь, блядь? Помогите! Хорошо, Ларсон, прострел. Блядь, какой хороший пас бы сейчас был, жаль офсайд. Хороша, Джеймс. Джеймс, оп, оп, и КК. Найс, 1-0. Подхватили на ошибки. Так, Джеймс. Джеймс, болл-ролл на Зидана. Финт, отлично, супер! Как же в тайминг красиво все было. 2-0. Так, КК. На нахуй. Ну что за удар, КК? Опасно. Абердорф сожрала. Просто Абердорф. Так, Джеймс на Джеймса. Джеймс забрасывает на Джеймса. Джеймс на Зизу. Зизу финтюшка. Болл-ролл. Прострел. И КК. Боже, какое говно залетело. Сори, соперник. Да, после такого психика у соперника не выдержала. Но зато тебе в паках везет. У тебя есть Кантана и Гулит. Так, ну что, КК дубль. Зидан 1 плюс 1. Джеймс, девчонка, дала 2 ассиста. Нормально. Так, любитель серии А. Эль Шарави прокачанный. Жру, Дибала. Ну, как минимум это выглядит необычно. Респект сопернику. Джеймс дает вот такой пас на Зиданчика. Зидан хорошо проходит, шикарно проходит на КК. На! Сука, людоед Кэмпбелл подбежал. Так, Абердорф сажать. Хорошо, Абердорф. Слушайте, Абердорф пока очень хорошо справляется, прям радует. Джеймс бежит на Зидана. И Зидан! Да, блять, опять этот Кэмпбелл затрахал мою жизнь. Провал. Провал, провал, провал. Тимбер, догони. Абердорф, сожри. Хорошо! Так, Зидан. Ну-ка, шведой. На нахуй, Зинедин Зидан. Шведкой красотулю закинул. Я не знаю, есть ли у него талант на шведку. Вроде как есть, беленький. Отбор. Хорошо, Абердорф. Ларсон полетели. Темная лошадка в данном выпуске вообще никак пока что себя не проявляет. Но вот сейчас, если отдаст, хороший прострел, но тут Кэмпбеллу не отдаст. Так, Абердорф.
Абердорф хорошо снова отбирает. О, кака! Кака! Хорош, кака! С левой ноги на этот раз забивает. 2-0, ребята, мне нравится эта команда. Блядь, ну пиздец, у него прессинг просто, блядь, Дибала ебаный отбирает у меня мяч. Сука! Отбери, хорошо, Абердорф. Как же она наказывает. Так вот, немножко передержали, хорошо, Ларсон. Ну, можно ударить за Ларсона разок. А вот так вот, ребята, кто пиздел? Ларсон не просто так у нас тоже в составе играет. И этот соперник тоже не выдержал, ребята. Что-то как-то мои соперники в ужасе снова ливают от моего состава. Вот я умею собирать составы, вы чувствуете? Так, Футре, Смит и Стоичков в атаке. Так, а еще я чувствую, что соперник такой любитель долгих атак. Перекатки, пасики, вот это все. Опа, а тут Тюрам не ожидал. Не ожидал, вот такой вот пас, Джеймс. Блять, не понял, что мне делать. Кака. Кака может пас отдать. Ага, на Ларсона. Вот так, сука, Фердинанд. Так, ну съебался, хорошо, Тимбер отобрал. Болл-ролл, Тимбер. Ну, в принципе, может самому пробежаться, не ебать, Тимбер. Пас, пас, ну, ну. Блядь, что за хуйню я забил? Блядь, что за гол, Тимбер, блядь. Ну, сори, сори, братан, при всем уважении. Это было очень смешно. Что за корявый удар на добивании? Как он пробежался вообще с центра поля? Так, Баша, она сейчас будет навес делать, знаю я ее. Да-да-да-да-да-да. Ух, ебать, Лука. Хорош, Зидан, младший. Вот это он сейчас сейв совершал, а то он что-то давно в игре у нас не был. Ебать, что... Ух, хорошо, Зидан, слушайте. Вот вам и Зидан, младший. Стоял такой неприметный, тут на нахуй начал тащить. Блять, ребята, что это такое? Зидан лучший. Так, кака. Ебать, кака прошел, лол. Блять, он плишку мне открыл. Так, Зидан хорошо потолкался. Дальше, обратно на Зидана. Зидан на кака. И кака. Да ты заебал, Мамардашвили. Чё за Мамардашвили у меня все тащит теперь? Так, а можно мяч отобрать? Можно мяч отобрать, сука. Ладно, Зиданчик пропускает. Так, пас на Зидана. Шикарный пас на Зидана. Сможет ли он убежать? Конечно сможет, блядь. Чё за вопросы? Конечно сможет. А сможет пас дать? Конечно сможет. А кака забьет? Конечно сможет. Блядь, опасно. Абердорф лучшая. Как она играет? Это что за... Монстр, бля, ребята. Так, болл-ролл. На кака. Оп. Кака, ну-ка. На нахуй. Это кака, пацаны. Вот этот хороший файнес залетел. Так, а можно как-то передержать? Ой, блядь, Абердорф. Подкат нужен. Лука. Блядь, Зидан-то хорош на воротах. Так забавно, у меня когда на районе сильный ветер прям такой хуярит, у меня просадки в интернете, видите, вот сейчас там красные, оранжевые всякие штучки появляются. А это у меня сейчас ветер просто хуярится все силы на районе, видимо, какие-то провода там шатает мои интернетовские. Так, русские пацаны тут развлекаются, вот они слева направо, Аздоев, Черешев, Мостовой. Почему я не могу поменять исполнителя? Я вот R2 нажимаю. R2 нажимаю. Если я не ошибаюсь, эта проблема не фиксится уже хуй знает сколько примерно. Опа, на Ларсона. И Ларсон. На нахуй, тоже файно залетел. Ой, Абердорф. Блять, Зидан хорош. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Качнули? Сука, плишку дал. Отбор, Абердорф. Хороша, хороша, какая гениальная. В каком же ахуе мои соперники, наверное, от игры Абердорф. Опа, вот такой вот пас на Зидана. И Зидан шведкой. До свидания, ребята. 5-2, шикарные шведки у Зидана. Я в ахуе просто, это что такое, что это, блядь? Они говорят, пофиксили R1. Ну, вы видели только что, как они хорошо пофиксили. Примерно так же, как и файносы. Опа. Вроде без офсайда, вроде без офсайда, ребята. Вроде без офсайда. И вроде это гол. Фуф, 6-3, блядь, что за матч забавный. Снова, снова. Блядь, я выдергиваюсь. Лука, хорош, Лука. Гений. Блядь, Зидан. И побежал. Побежал, кака, у тебя там талант, блядь, лошадиный. Бегаешь охуенно. Бежишь прекрасно, вот так вот делаешь, и Зидан забивает. Все. Это GG 7-3. Кака 3 плюс 1, Зидан 2 плюс 2, Ларсон 1 плюс 1.
Так, ну что, друзья, 4-0. Я думаю, на этом с геймплейчиком закончим. И, как обычно, по традиции, вам покажу самый большой пак в магазине. Так, ну что, ребята, поехали. Пак за 500 тысяч, либо за 3000 поинтов. Открываем. Так, спешлка есть. Франция. Вратарь. Блять, лучше бы это был ЛЗ. Это Зидан. Такого мы знаем. Что внутри? Давайте, Минди, Минди. Ну не этого Минди, блять. Не того призвал, сука. Что внутри может быть? Будет что-нибудь прикольное. Так, два инфо. О, Неймар. Слушайте. А, он уже не так много стоит. Ну ладно, похуй. Ну ладно, в целом окей. Два информа, две спешилки и Неймарчик. Кстати, я тут в Анди Джуке вытащил в каком-то бич-паке очередном. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Зидан-младший, несмотря на свой не самый большой рост, отыграл довольно-таки неплохо. Вы сами видели, в некоторых моментах прям круто сейвил. По защите тоже вроде все отлично. Джеймс, ну, наверное, ожидал большего. Скорость не показалась какой-то там филигранной. То есть, ну, тот же Уолкер бегает примерно так же. Тимбер, ну, вроде окей, но в целом без восторга. А вот кто вызывает восторг, это... Абердорф, вот эта вот крошка 1,74 м с миленьким личиком, просто гасила на поле всех только так. Ну вы сами видели, у него сумасшедший разгон, защита, физподготовка. Ну, наверное, я бы использовал ее на опорнике. Все-таки иногда, возможно, соперники будут вешать, и рост тут уже не выручит 1,74 м. Центр поля тоже понравился, Тимбер и Тюрам приятно дополняли друг друга. Тимбер запомнился своим вот этим невероятным забегом. В одном из последних матчей у него разгон 91. Кстати, да, видимо, поэтому он так разогнался. Тюрам прям очень хорош был, один ассистик дал. Я понимаю, что за 4 матча тяжело там объективно оценить карточку, но по первым ощущениям Тюрам как будто бы даже стоит своих там 400 тысяч. То есть ощущался примерно как Вьера Бэйби, допустим. Так, по флангам у меня бегал Ларсон и бегала Джеймс. Джеймс 4 ассиста отдала, хорошо бегала. Со своей главной задачей ассистировать она справилась на ура. Ларсон удивил, 2+1, даже играя на фланге. У него вот белый талант на файнес есть. То есть голы были, пасы были, а что еще надо? От карточки-то за 30 тысяч ты большего и не ждешь. Ну и в атаке, ребята, бегал Кака. 4 матча, 6+2. Тут какая история получается? В целом, у него приятные удары. Но моделька, ну, прям не знаю, 90 дриблинг. Вроде смотришь, должно быть круто. Но рост 1,86 м, это вот тот показатель... который, к сожалению, не дает, так скажем, полностью кайфануть от карты. В любом случае, я буду ее заигрывать. В целом, как вы видели, этой карточкой играть можно. Белые файнесы имеются, быстро бежит. Но, блин, без восторга, ребята. То есть, когда ты открываешь, блядь, 40 крутилок на кумира, и у тебя лучше, блядь, какая и бест, и тебе пишут, блядь, да ты зажрался. Как-то немного обидно становится. Ну, блядь, ну карта за 600 тысяч, ну это не то, не то, за что хочется прям вот, знаете, играть и кайфовать. Опять же, я поиграю за него, возможно, даже и кайфану, может быть, где-то даже передумаю, но вот дриблинг его, ну, не знаю. А вот Зиданчик, ребята, это, конечно, машина. 6+4, играя на позиции форварда, это просто разъеб. Я бы с кайфом собрал бы его 92-ю версию, я, может быть, даже так и сделаю, подумаю над этим все-таки. Карточка 5+5, столько талантов крутых имеет. Да, у него 3 вэлла все-таки имеется. Конечно, первое касание — это не самый лучший золотой перк, который мог бы быть. Но в целом, опять же, в матче вы видели, что даже на позиции форварда Зидан справляется на ура. Команда кайфовая, карточки приятные. Надеюсь, вы получили удовольствие от этого видоса так же, как и от этой команды. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Оставляйте классные комментарии, первые 250 лайков. Ну и лукасы тоже не забывайте ставить.